Вот уже четвертый год подряд Кубок Владислава Третьяка собирает в Самаре сильнейшие детские команды из разных уголков страны. Второй год подряд за трофей борются юные хоккеисты не старше 12 лет. Право выйти на лед Самарского дворца спорта детские коллективы завоевали на региональных турнирах. Мы заняли первое место, было сложно играть, мы выиграли первое место и поехали в Самару. В Самаре участники турнира были разбиты на две подгруппы по 4 команды в каждой. Один из фаворитов турнира самарский коллектив ЦСКА УВС попал в группу с хоккеистами из Москвы, Череповца и Подольска. Финальный матч Кубка Владислава Третьяка запланирован на 16 апреля. В нем примут участие победители группового этапа. Юношеские соревнования, они являются, ну, как бы венцом вот всех юношеских соревнований, на которые приезжают все сильнейшие команды России. И победители этих соревнований награждаются почетными призами, кубком. Сергей Кочкин, Станислав Левин. ГИС. События.